Всем привет! Сегодня у меня для вас есть важные и одновременно очень увлекательные новости. 15 октября, в этот четверг, в 19:30 по киевскому времени на канале Beauty Benefits Pro, не на этом канале, а на канале Beauty Benefits Pro, обязательно ссылка будет внизу, я буду проводить мастер-класс в прямом эфире. Я хочу показать вам макияж по технике стробирования, как я и обещала во время прошлого прямого эфира. Я хотела показать его именно в прямом эфире, для того, чтобы вы вживую посмотрели, как он делается. Прямой эфир, конечно, значительно выигрывает по сравнению с типичными видео, которые вы смотрите на YouTube, так как видео всегда очень сильно урезаны, очень сильно смонтированы, какие-то части вы вообще не видите, какие-то части очень сильно ускорены. Здесь же вы будете наблюдать весь процесс создания макияжа в прямом эфире, вы сможете задать свои вопросы. После того, как я закончу макияж, закончу его комментировать, я отвечу на все или большинство вопросов. Если вы не знаете, что такое техника стробирования, то я думаю, вам очень будет интересно посетить этот мастер-класс, потому что эта техника применима в любое, в принципе, время. Она настолько естественна, она настолько как-то подчеркивает женственность, естественную красоту. Это тот же макияж без макияжа, но при этом лицо выглядит намного более ухоженным, намного более холеным, красивым. Замечательно такой тип макияжа играет на фотосессии, да и в принципе в жизни очень красиво смотрится. Часто для выполнения этого макияжа используют аэрограф, но я буду показывать вам его с помощью обычной косметики, которая доступна всем и каждому. В общем-то, если я вас достаточно сильно заинтриговала, то очень советую вам 15 октября освободить свой график и посетить этот мастер-класс в прямом эфире, потому что после того, как он закончится, в записи он уже будет доступен только тем, кто приобрел полный онлайн-курс по визажу. Очень надеюсь вас увидеть во время мастер-класса, и также не забывайте задавать свои вопросы, потому что у вас есть реальный шанс, что я на них отвечу. До встречи в прямом эфире. Пока-пока!